Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня мы будем играть в игрушку, которая называется Zoo Toucan. Так вроде бы это произносится, я, если честно, не знаю. Зоопарки — это те игры, в которые я играла наверное, с тех пор, когда я познала, что такое компьютер, потому что я очень сильно любила животных, я до сих пор их люблю, и игры в зоопарк мне почему-то безумно нравились. Но в детстве я играла в игрушку под названием Wildlife Park 2, и, возможно, потом я вернусь к этой игрушке и даже буду что-нибудь с ней снимать, я еще подумаю над этим. Но про эту игру я узнала только тогда, когда купила Xbox 360. Не осуждайте меня, те, кто за PlayStation 3 или 4, что почему-то ты купил 360, если ты могла купить просто PlayStation. Ну, потому что я хотела попробовать Xbox. И у меня был пробник этой игры, мне очень сильно он понравился, но я не знала тогда, что эта игрушка вообще, что ее можно купить в Steam. Но неделю назад я узнала про то, что она есть в Steam, и я ее купила на новогодней распродаже. И сегодня мы будем с вами играть в новую игру. Значит, обучение мы проходили, мечтает испытать в роли, 30 сценариев. Мы посмотрим, я пока еще не знаю, может быть, мы поиграем в зоопарк пока что в свободном режиме. Значит, что в компании там? Вас ждут 30 сценариев в 6 категориях, сыграть с 3 друзьями в сетевом режиме. За выполнение каждого сценария вы получите награду, объект, который можно использовать в свободном режиме и в режиме испытаний. Ваши достижения смогут увидеть все. Ну, давайте, так как обучение я уже прошла, мы просто поиграем в зоопарк в свободном режиме. Так, я совсем забыла, что тут управление вообще тут клавишами. Так. Карибские острова. Какой-нибудь из этих. Так, я вначале играла на Европе. А тут еще есть что-нибудь, кроме Европы? Давайте в Северной Америке. Питомник западного побережья, средства не ограничены, все залито солнечным светом в этом зоопарке на западном побережье США с чудесными пляжными видами. Вы не ограничены в средствах, ваша задача создать в этом потрясающем месте зоопарк мирового уровня. Ну что ж, давайте попробуем создать зоопарк мирового уровня. Когда я увидела в первый раз загрузку этого экрана, я влюбилась в эту игрушку, потому что загрузка классная. И если кто не знает, есть такая игра, которая называлась Sim Animals от создателей Sims. Она была на Nintendo Wii, по-моему. Я так мечтала об этой игрушке, но, к сожалению, так и не смогла в нее поиграть. Я только просто видела видео с этой игрушки, все. Будем пробовать, потому что, в принципе, игрушка очень классная. Она, конечно, очень отличается от той игры в зоопарк, которую я играла в детстве. Но тут крутая графика, в принципе, управление достаточно простое. И все как-то немножечко по-другому. Ну, в общем, будем смотреть, пробовать, развивать наш зоопарк. И, как было написано в описании к этой карте, будем пытаться достигать мирового уровня. И стать крутыми. Я не знаю, получится у нас это или нет, если честно. Потому что, ну ладно, мы попытаемся, у нас все получится. Пока что ждем загрузку. Почему загрузка такая долгая? Наконец-то загрузилась игра. Так, что нам пишут? Посетителей мало. Так. Ой! Какой пустынный парк-то? Я думаю, тут как-то позеленее все будет. Так, что у нас? Как нам посмотреть? Да! Shift? Нет, не Shift. А, Shift, да. Значит, чистота животных, сытость животных, настроение животных, разнообразие животных у нас нету, потому что у нас их нету. Настроение посетителей отвратительное, но становится точно отвратительным, потому что у нас никого нет. Так, значит, у нас здесь получается... Так, тихо. Не помню, как разворачиваться. А, вот, все, мышка разворачивается. Значит, тут у нас получается вот вход в зоопарк. Значит, сейчас начнем тут строить. Значит, ба-ба-бам, мы построим вольер. Так, у нас тут что есть? Тропики. Средние, большие. Пока что у нас только малые. Заблокировано все. Я предлагаю вначале поставить мини-вольер. И
посмотреть, что будет. Потому что, как показывает практика, большие ставить не очень хорошая идея. Так, почему ты не хочешь ставиться? Не хочешь ставиться? О, все, идеально. Так, мы поставили наш первый маленький мини-загончик. Мы его соединяем с основной дорогой. Так, нам предлагают поселить сюда, в этот вольерчик животных. Я думаю, поселить сюда лемуров, кольцехвостных. Так, так, восьмой. Чем выше уровень, тем... Так, мы сейчас покупаем мальчика, если что. Тем выше уровень, тем лучше. Так, и давайте девочку. Да. Посетитель теперь вполне довольны многообразием, представленным в зоопарке животных. Мы этому очень рады. Так, оборудование. Есть какое-то оборудование? Нет, тут только кормушка одна. Все, в принципе. Так, мы ее соединили, этот вольерчик. Давайте посмотрим, как у нас выглядят вообще эти лемурчики. Вот у нас эти лемурчики пузатенькие, они сидят у нас тут. Ой, а тут вид с высоты, изменить мини-вольер. Ну, в принципе, тут нечего изменять, это же мини-вольер. Так, значит, сразу мы еще вот где-нибудь вот тут вот по бокам мы поставим киоск один. Значит, еда и напитки. Давайте поставим бургер. А, бургер-кафе, какое оно большое. Развернем его вот так вот. Поставим вот сюда. Сейчас мы будем соединять его. Значит, мы соединим его вот так вот. И так, соединим еще вот здесь, чтобы можно было пройти с двух сторон, как бы. Сразу починим его. Я не понимаю, почему, как только мы ставим... Так, модифицировать вот еще надо. А, нет, нет, не то, нет. Улучшить пока что нельзя. Мы слишком маленького уровня зоопарк. Так, уже намного лучше. Многообразие животных. Животных пока что очень маленькое, поэтому мы сейчас будем делать загон побольше. Так, медведи, кенгуру, медведи, лама, альпаки. Я не помню, какое из этих животных более приспособлено к тому, чтобы у него было мало, скажем так, сородичей. То есть ему бы не понадобилось много, слишком много сородичей добавлять. О, мы получили второй уровень зоопарка, на доступный сетчатый жираф, мильский варан, черноспинный агути, игровая площадка, катящиеся камни. Ну и что-то еще. Так, давай мы тебя подсоединим вот здесь вот. Дрым. Так, еще раз мы нажмем соединить. Ой, ну нет, так соединять мы тебя не будем. Мы лучше тогда сейчас поставим... так, служебное здание, туалеты мы поставим. Вот как раз вот, давай. Ну. Это время какое. Давай вот тут вот. Вообще как-то странно. Ну да, мы вот так вот тебя соединим. Починить. Почему тут все как только строится, оно ставится каким-то поломанным уже заранее? Соединить. Бам-бам. Еще раз соединить. А тут уже не соединяется, что ли? Ладно, как скажете. Так, значит, сразу тебя улучшаем, да. Теперь мы улучшаем кафешечку сразу. Цену мы... В принципе, цену мы менять не будем, потому что мы и так у нас денег. Вообще бюджет полный-полный. Но сейчас мы настроены не на то, чтобы делаться супер крутыми и там выживать с ограниченным числом денег, а просто чтобы понять, как вообще нужно вести все это.
Потом, конечно, я буду пытаться выживать там с каким-то бюджетиком. Так, а кто-нибудь помнит, какой тропик я поставила? Тигры, шимпанзе, пумы, слоны, ягуары. Ладно. Тигры, пумы, тропики, тропики, тропики. Так, надо запомнить просто, что это тропики. И сейчас мы купим какое-нибудь животное, которое можно заселять в тропиках. Нет, подожди. Тролугасе, буш, анды, луга, саванна, высокогорье, тропики, слоны, тропики, тропики. Давайте, наверное, шимпанзе сюда. Рискнем. Значит, мы купим кору, девочка, то бишь. И мы покупаем дюка. Так, теперь, что нам надо, шоколада. Оборудование для вольера. Значит, игровые комплексы. По-моему, насколько я помню, здесь можно ставить что-то одно. Всего лишь. Ага. Ну, я думаю, надо поставить кормушку. Так, так, бегемоты... Тигры, носороги, ламы, кенгуру. Вот же. Вот это вот с фруктами поставим. А, не, еще здесь что-то есть. А, что же нам поставить? Нам поставить купальню. Чтобы животные у нас не пачкались. А, еще у нас есть. А, это другой вольер у меня был жутко пустой. Так, значит, отменяем. Отменяем игровые комплексы. Давай, хорошенький, не лагай. Почему ты стал подлагивать? Все же нормально будет. Так, да, сюда мы ставим. Что же мы поставим-то? Медведя, антилопа, кенгуру, медведи, гуя. А вот лазалки. Вот такие самые простые лазалки мы поставим. Что у нас? Новый уровень зоопарка. Третий уровень. Так, центр разведения животных. Сипуха, андский дикобраз, бурый сокол. Бородавчатая змея, шимпанзе, бонобо, африканский слон, кольцехвостый опоссум, удав обыкновенный, олимпийский черный медведь, роща в буше, дерево, тропики, тропики средние. Ну и все остальное нам потихоньку добавляется, добавляется, добавляется. Так, теперь проверим, что у нас тут вообще, как, что. Потребность в общении, животные вольеры. Нужно еще одно животное добавить. Животное. Приобрести. Я обычно добавляю... Где шимпанзе в конце? Вот шимпанзе. Обыкновенный шимпанзе. Малыша добавим. Да. Ваш вольер. Направить специалистов на работу на вольфу. Так, нам пока это не надо. Так, что теперь у вас? Давайте посмотрим. Ну, уже лучше. Или нет? Малыша мы добавили. Он побежал. Но все равно как-то в общении, настроение, состояние среды обитания. Так, что тут еще можно сделать-то? Оборудование... Украшения для вольера. Поставим какие-нибудь? Естественные украшения. А тут мы поставим что? Статую. А тут мы поставим обелиск. Все. Так, и чего? Так, а если зоны взаимодействия, все уже... Уже ничего невозможно. Да, уже все заняли, места никакого нету. Ну, в принципе, животные стали намного довольнее. Так, что у нас в общем? Развлечение, декоративный элемент, разнообразие животных. Так, я предлагаю... Пока что все так и оставить, конечно, нет. Ну, что у нас там починить? Чиним, чиним. Что за фигня? Почему не чинится?
Ну ладно. Модифицировать. Ячейки настройки. Что это? Ой, как! Ой, какая классная штучка-то. Ух ты! Давайте... Ух ты, ух ты, ух, ух-ху! Так, малый стол пустыню давай поставим. Так, нет, никаких заменить, вы чего? Так, мы сюда поставим еще вот такую штуку. Сюда мы поставим растение какое-нибудь. Вот, городскую клумбочку поставим. Так, что-нибудь еще у нас тут есть? Ага, еще здесь у нас. Давай еще вот тут клумбочку поставим, чтобы было как-то поинтереснее. Разные будем ставить. Да, подойдет. Это сойдет, и так сойдет. Так, и вот тут, я думаю, надо поставить тоже пальмонету. Подзависла немножко, да? Почему зависаешь? Не надо зависать. Так, не надо. Так, а в остальных местах давайте поставим столы. А там еще сколько всего-то, а? Я вообще не знала, что тут можно вот так вот все расставлять. Ну, мы сейчас как-нибудь расставим. Тут, глядишь, получше все тут будет. Так, так. А, людей тут сразу стало в прибавлении намного-много больше. Давай мы вот такой столик поставим один. Да, 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 да. Вот тут мы тоже поставим какой-нибудь вот такой вот. Так, а тут у нас что вообще можно поставить? Столько всего. Вот такую поставим. Девица, да. Ну что, мне кажется, вполне симпатично. Ох, аж пальцы хрустнули. Так, настроение животных. Ну, в принципе, животные все довольны. Что такое? 4-й уровень зоопарка. Классно. Добавили нам кучу-кучу всего, поэтому сейчас мы будем эту кучу-кучу всего добавлять. Пока я не забыла, мы служебное здание поставим офис уборщиков. И поставим мы его вот тут. Я стараюсь обычно вот такие вот всякие рабочие вещи ставить не в самом зоопарке, а где-то на краю зоопарка. Значит, персонал нанять. Сразу идем. Идем, набираем просто всех наших этих работников, всех 3 звезды, самый максимум, то бишь. Я пока что не хочу нанимать все 5, потому что зоопарк только-только маленький. Нам не нужно его, в принципе, очень сильно -то прокачивать-то. Персонал улучшить, это нужно 5. Кстати, да, давайте посмотрим, может быть, нам удастся что-то улучшить. Так, ладно, пока мы это ничего трогать не будем. Просто что-то у нас животное, оборудование, модифицировать. Фекалии убираем. Просто с бешеной скоростью. А что там еще есть фекалии? Я же вроде бы... Сколько там еще? Ну ладно. Так, переходим к другому вольеру. Посмотрим, что здесь у нас. Из вольера камень тропики. Чего? Убрали? Я не успеваю читать. Они слишком быстро исчезают. Наверное, это то, что мы убрали, он имеет в виду. Так. Да-да-да-да-да, я не буду ничего строить. Просто подлагивает слегка. Я просто слишком шустрая для этой игры. Так. А, все, тут чище. Тут чище, чем в маленьком вольере. Так. Что такое? Развлечение, декоративный элемент, разнообразие животных. Что-то плохо? А-а-а, точно. Ба-ба-ба-ба-ба. Декоративный элемент. Зеленые пруды, фонтаны. Зеленый, статуи, нет, оформление, высокогорье, лиственный лес, дерево, каменный лес. Ты сюда не влезаешь. Так, опять на него нажала. Если это... Нет, может быть, побольше подойдет.
Просто ювелирная сейчас будет работа. Ба-бам! Так, теперь поставим. Нет, это слишком большое для нас. Вот это вот мы поставим. Тихо! Вот сюда. Да-да-да. Так, потом что еще? Вот такое вот дерево мы поставим еще. Вот, вот. Давай. Вот сюда. Так, надо статую какую-нибудь поставить. Что там еще есть? А, нет, скульптуру. Павлина хочу. Это скульптура одна? Да ладно. А почему она никуда не ставится? Нет! Что-то я это перестаралась. А поменьше статуй никаких нет? Вон оно как. Не, она слишком большая, не подойдет. Так. Знаете, что я предлагаю? Пруд добавить. Добавить пруд и добавить его вот сюда вот. А вокруг него вольеры еще построить. То есть это вот так вот. А, тебя сразу улучшить можно? Да, конечно, мы тебя хотим улучшить. Так. Ну. Да, все слишком как-то быстро, но... Что, развлечение? Ну, давайте человечкам развлечения. Вот, не туда. Тоже не туда. Так. Киоски, что ли? Развлечения для посетителей. Так, магазин мягких игрушек. Это вообще самое популярное место, которое лично я даже не могу пройти. Только я обычно не прохожу магазин с фигурками. Ну, давайте вот тут его поставим. Эй! Ну и вот так. А, вот так соединим. Вот так, да. Улучшить. Сразу улучшаем, конечно. Эй! Все. Что там еще нужно? Модифицировать. Ячейки настройки. Что на тебя тут можно поставить? Я никогда не знала, что тут можно вот там, где вы ставите магазины, киоски, что-то еще отдельное ставить. Ага. Я даже не знаю, какой стол-то поставить. Тут такой выбор. Давайте вот эти желто-фиолетовые. Мне кажется, они подойдут тут по цвету. Так, а вот сюда мы поставим кустик какой-нибудь. Кустик. Пальмочку. А, пальмочку, да. Все. Так, народ пошел. Что тут? Так, тут у нас недостаток общения, но это максимум. Разнообразие животных. Кстати, вообще, какого размера карта? О, ну нормально, такое нормально. Ладно, нормально, сойдет. Что такое, не зависай. Нормально же все было. Так, кого еще добавить можно? Я думаю, кого. Что такое? 5-й уровень известности. Офис смотрителей и куча животных. Ну, классно. Значит, сейчас будем пробовать. Так, мы должны поставить загон. Еще один. Вольер. Так, я хочу какого-нибудь хищника кошачьего. Львы, антилопы, жирафы, бегемоты, носороги, тигры, медведи. Вот. Тропики хочу. Средний.
теперь опять декоративная работа. А, ювелирная. Давай. Что тебе не нравится? Да что я... Вот значит как. Ну давай сюда тебя поставим. Ну. Во, вот так вот. Так. Это средние тропики? А, да, больше загон. Так, соединим тебя вот с этим местом. И сразу соединим тебя вот с этой площадкой. Так, модифицировать. Ну, тут пока ничего трогать не будем, ладно. Так, тигра хочу. Я хочу сюда тигра. Так, приобрести животное. Та-та-та-та-та. Где? А, вот тигр. Амурский или бенгальский? Давайте амурского. Хотя вообще я бы, наверное, какого-нибудь другого еще тигра. Ну ладно. Так, а это чего такое? Входит в состав оригинальной игры. Это как? Это что-то сделать надо? Ну, в общем, ладно. Значит, покупаем Эдмонда. Мальчик Эдмонд. И милашку. Да. Так, и давайте еще одну девочку купим. Чтобы был самец и две самочки. Так. Оборудование для вольера. Будьте любезны. Забота о животных. Покупаем, да, вот сюда ставим кормушечку с мясом. Так, потом... куда еще же? Вот сюда. Нет, не вот сюда, нет. Это разворот. Потом все-таки вот сюда мы ставим. Им вообще душевая нужна. Все животные. Ну да, поставим. Так, и чего еще? Так. Нет, нет, не сюда. Это не сюда. Зоны взаимодействия с тиграми. Там вообще что-то, развлечение какое-то есть. Шланг с вами. Во! Вот это хочу. Львы, тигры, шимпанзе и гуаргумы. Будем с тиграми сквозь стеклышко беседовать. Так. Игровые комплексы. Я помню, что они лазить любят. Ну-ка, пумы... А, нет, медведи, антилопы, кенгуру, медведи, ягуары, львы, пумы, шимпанзе, слоны, бегемоты, ламы. А чё, тиграм ничего не нравится? Где точка? Странно, мне казалось, что тигры как вообще любят плавать, и я думала, мелкий бассейн им подойдет. Но нет, как теточка им немножечко интересно. Во, как теточка медведь. Все, давайте посмотрим, как у них тут дела. Украшения для вольеров еще сделаем только. Ничего не видно, деревья так еще стоят. Естественные украшения. Так, ладно, пока что никаких естественных украшений. Вообще, хочу посмотреть просто на тигра. Кстати, да, надо вообще походить по зоопарку. А то строим, строим, и вообще уже как почти уже как полчаса строим, и я еще не знаю свой зоопарк. Так, ну вот это тут были у лемуров. О, точно, надо соединить вот эту точку будет. Шимпанзе орут там вовсю. Ну, в принципе, посетителей много, вам все. А! Аккуратно. Нет! Не хочу на машинке кататься. Мне не нравится машинка. Мне пешком хочется.
Так, здесь, значит, общественный туалет. В него нам пока не надо. Вон большой загон с тиграми получается. Именно к нему мы сейчас и пойдем. Так, а что у нас? А, уведомление. Посетители жалуются. То есть вот оно как. Ну, сейчас уберемся, уберемся. Хорошо, что... Ладно, ладно, ладно. Та-дам. Та-дам. Все, мы убрались. Вообще, по идее, это же не мы должны делать, да? Или мы? Так, ладно. В общем, я бежала сюда, сразу телепортнусь. Строить зоопарк, вызвать баги. Нет, баги. О, тигрульки. Давайте поиграем с тигрульками. Нет, нет, нет. А почему вот с тобой, вот с той, вот с этой вот? Нельзя. Я хочу с ней поиграть. Тигрульки, идите сюда. Я хочу с вами поиграть. Ну давай же. Какой-нибудь хоть. Ну давай вот с тобой. Такие пузатики, прям не могу. Что за игнор со стороны зверюшек? Ну. Вот с тобой хочу поиграть. Все, давай. Наконец-то, давай, тигрулька, иди сюда. Ой, ты какой хороший. Так, пам. Какой промахнётик. Так, вот такая морда. Такая морда. Так, АЕ. Не то нажимаю. О, ты какой потягушкин-то. Ти-ти-ти-у, такой хорошенький. Так, СЕ. О, пастюшка какая. Прикольный такой. Так, АД. Ой. Ну, все-таки, да, моделька не самая лучшая на самом деле, но все равно прикольные такие тигрунки. АКЮ. Почути умывашка. Такой классный. Плюшевый такой. Ну что, ребята, все. Мы тут поразвлекались с тигрульками. Я думаю, на этом можно заканчивать. И выпуск вышел больше 30 минут. Так что, думаю, снимать и дальше видео по этому зоопарку. Будем потихонечку развиваться. Я знаю, что тут нет никакого азарта, потому что... О, какой тут уборщик! Потому что, в принципе, у нас тут... деньги, бесконечное число денег, поэтому ничего такого крутого, классного тут, наверное, не намечается. Но мне кажется, просто интересно вам показать, как вообще игрушка развивается, в чем ее смысл. И, ну, какие тут уборщики, почти все одинаковые ходят, я не могу, просто детишки носятся. Вот, так что я сегодня, на сегодня с вами прощаюсь. Сегодня была я, Даналия, и до встречи в следующем выпуске. Удачи вам, пока!